Губернатор Камчатского края добивается создания единого пакета поддержки туристического бизнеса. С такой инициативой Владимир Солодов выступил в ходе совещания в Москве под председательством полпреда Юрия Трутнева. Сегодня на Камчатке приветствуются любые начинания в области туризма, как крупные инвестиционные проекты, такие как строительство гостиниц и баз отдыха, так и небольшие, например, открытие хостелов, глэмпингов и создание других туристических продуктов. По мнению главы региона, развитие туризма – это в первую очередь рост благосостояния жителей полуострова и дополнительные рабочие места. Губернатор поручил главам районов разработать муниципальные программы развития туризма, чтобы к 2025 году на Камчатке были созданы 10 тысяч рабочих мест в этой сфере. Важно, и это то, что было поручено по итогам совещания всем участникам, Юрию Петровичу Трутневу, увязать все меры поддержки туризма воедино, в один продукт. Потому что туризм, не секрет, это достаточно сложный бизнес. Его маржинальность уступает многим другим. И для него нужны особые меры поддержки. Мы знаем, что такие меры есть для IT-сферы, для высокотехнологичных отраслей. Так вот, я уверен, что туризм тоже должен иметь такие особые преференции. Как раз это и обсуждали, чтобы увязать меры поддержки по линии Минвосток развития, туризма, РФ Ростуризма воедино и создать пакет, который будет востребован со стороны инвесторов, вне зависимости от того, насколько крупный проект реализуется.